Булана – надежный бренд козьего молока. Булана Кечи Весютрюнлери был учрежден в 2002 году с фактическим осуществлением проекта «Разведение молочных коз по договору, исследование и технико-экономические обоснования которого были проведены в 2000 году со стороны Булукалите Емсанайи. В рамках начатого проекта было обеспечено получение дополнительного дохода, оценивая закрытие сферы, которые ранее не были использованы фермерами Булу, кроме этого, к стадам коз, которые находятся в соседних и ближних провинциях, начали поставлять козлов. Из Швейцарии в Булу. У Булана Кечи Весютрюнлери, которая учреждена с целью создания племенного стада из коз породы Саанин, который является швейцарской породой молочных коз с высокой продуктивностью молока, а полученные самки с высокой продуктивностью молока и самцы передать по договору фермерам и обрабатывать за стоимость молока фермеров. Количество фермерских хозяйств, работающих с моделью «Фермерское хозяйство» по договору, превысило за 40. Такие технические вопросы, как регистрация стада, защитные и лечебные ветеринарные услуги, программы кормления, выбор козла, этих фермерских хозяйств выполняются со стороны ветеринарных врачей и сельскохозяйственных инженеров Булана Кечи Весютрюнлери. С проводимыми работами по селекции и контролируемой реабилитации мы достигли до 99% чистоты породы и племенных пород, годовая продуктивность молока которых составляет около 800-900 кг. Молочная ферма Булана Кечи Весютрюнлери. В молочной ферме Булана Кечи Весютрюнлери пастеризация выполняется в интегрированных производственных объектах. Для производства пастеризованного молока, полученное от современных дойных машин, молоко собирается специальным транспортом для сбора молока и ежедневно привозится в молочную ферму. Пастеризация. В соответствии с инструкциям входного контроля качества молока, привезенные в цех пастеризуются в течение 1 минуты при температуре 85 градусов в котле для варки молока. После проведения через аппарат дезодоратора охлаждаются до 4 градусов с помощью охладителей с плитками и разливаются в бутылки. Вся продукция, прошедшая контроль соответствия, в течение дня отправляются. Производство и упаковка. В молочных фермах производятся 4 вида сыра и 100% козьего молока и пастеризованное козье молоко для питья. Продолжается производство мягкого белого сыра в соленом растворе, мягкого белого сыра в вакууме, бледно-желтого сыра, сделанного из овечьего молока и сыра с травками. Молоко для производства сыра пастеризуется в различных температурах и сроках, а после входит на производственную ленту, и таким образом осуществляется производство сыров. Продукция, для которой завершились упаковочные процедуры, хранятся в складе-холодильнике в готовом виде к отправке. После завершения всех процедур для очистки кастрюль и производственной линии сначала проводится дезинфекция с применением специального дезинфекционного вещества, а после, смывая все это водой, выполняются процедуры очистки и дезинфекции. Молоко – это здоровье. Булана Кечи Весютрюнлери предлагает к реализации 100% пастеризованное козье молоко по абонентскому методу, а все виды сыров нашли свое место в элитных маркетах и гастрономических магазинах.